Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтобы накормить и одеть трех своих дочерей. И выросли три дочери, быстрые, как ласточки, лицом похожие на светлую луну. Одна за одной вышли замуж и уехали. Прошло несколько лет. Тяжело заболела старуха-мать, и посылает она к своим дочерям рыжую белочку. «Скажи им, дружок, чтобы ко мне поспешили». «Ой!» – вздохнула старшая сестра, услышав от белочки печальную весть. «Ой, я бы рада пойти! Да мне надо почистить эти два таза!» «Почистить два таза?» – рассердилась Белочка. «Так будь же ты с ними вовек неразлучна!» И тазы вдруг вскочили со стола, обхватили старшую дочь сверху и снизу. Она упала на пол и уползла из дома большой черепахой. Постучалась Белочка ко второй дочери. «Ой!» – отвечала та. «Я сейчас побежала бы к матери. Да очень занята. Надо мне к ярмарке холста наткать». «Ну и ткни теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь», – сказала Белочка. И вторая дочь превратилась в паука. А младшая месила тесто, когда Белочка постучалась к ней. Дочь не сказала ни слова, даже не обтерла рук. Побежала к своей матери. «Приноси же ты всегда людям радость, мое дорогое дитя», — сказала ей Белочка. «И люди будут беречь и любить тебя, и детей твоих, и внуков, и правнуков». И правда, третья дочь жила много лет. И все ее любили, а когда пришла пора ей умереть, она превратилась в золотую пчелку. Все лето день деньской собирает пчелка мед людям, а зимою, когда все вокруг гибнет от холода, пчелка спит в теплом улье, а проснется, ест только мед и сахар.